Еще одна крупная авария произошла сегодня ранним утром на Горьковском шоссе, где столкнулись две «Лады Гранта» и «Киа Спортэйдж». По словам водителей, экстренное торможение автоледи на белом отечественном автомобиле стало причиной последующего тарана ее машины темной «Ладой», а затем и иномаркой. С места происшествия Алия Хайрутдинова. Вдруг передо мной внезапно белая «Лада Гранта» остановилась, я даже просто не ожидал. Именно это стало основной причиной столкновения, считает водитель «Лады Гранты». Причин так резко тормозить, считает, не было. Подобных маневров от других участников движения не ожидал и также резко отреагировать и остановиться не смог. Как итог, протаранил остановившийся впереди автомобиль. Водитель, едущий сзади иномарки, так и не успел среагировать на внезапно образовавшееся препятствие. Ну, второе ДТП, это вот Kia ударила меня, разбила хвост моей Гранты, и я еще раз белую Гранту ударил. Затем и саму иномарку отбросила на белую Ладу. Я спросил причину, почему. Что случилось такой причины внезапной остановки, она сразу не смогла ответить. Но потом сказал, что машина стали притормаживать. Но почему она настолько резко остановилась? Несмотря на сильные повреждения автомобиля, никто из участников аварии, к счастью, не пострадал. Виновника этого происшествия сейчас предстоит выявить автоинспекторам. Несмотря на то, что едущие сзади автомобилисты обязаны соблюдать дистанцию, правила движения запрещают экстренно тормозить, если это не попытка избежать аварии. Алия Хайрутдинова, Нафиса Миниязова, Андрей Сентальцев, вызов 112.